Здравствуйте, меня зовут Евгений. Я расскажу, как зарегистрироваться на Coolbet и внести свой первый депозит. Чтобы зарегистрироваться, зайдите на сайт coolbet.com и нажмите на кнопку «Регистрация». Затем введите свой адрес электронной почты и создайте пароль для вашего аккаунта. Также укажите свой номер мобильного телефона. На момент регистрации вам должно быть не менее 18 лет для ставок на спорт и не менее 21 года для игры в казино и покер. Затем введите свое полное имя, пол, ID-код, дату рождения и действующий адрес. Убедитесь, что вся предоставленная информация верна, чтобы избежать проблем с вашим аккаунтом в будущем. После создания аккаунта вам нужно подтвердить свой номер телефона, введя код, который вы получите по SMS на номер, который вы зарегистрировали. После подтверждения своего номера и входа в аккаунт вы можете перейти в раздел «Акции», где найдете два разных варианта приветственного бонуса, один из которых находится в разделе «Спорт», а другой в разделе «Казино». Пожалуйста, имейте в виду, что бонусы можно отыграть только в соответствующем разделе «Спорт» или «Казино». Требование отыгрыша означает, сколько раз вам нужно отыграть или поставить бонусные деньги, прежде чем они будут конвертированы в реальные средства, и вы можете снять выигрыш или играть в другие продукты. После того, как вы выбрали бонус, прочитали правила и условия и ознакомились с требованиями к отыгрышу бонуса, нажмите кнопку «Дублировать мои деньги» или «Получить свой бонус», и у вас откроется страница депозита. Убедитесь, что в верхней части экрана отображается бонусный код выбранного вами бонусного предложения и сообщение о том, что бонусный код действителен. Затем вы можете приступить к внесению депозита, используя предпочитаемый способ оплаты, убедившись, что вы внесли минимальную сумму, необходимую для получения бонуса. Как только ваш депозит будет обработан и зачислен на ваш аккаунт, вы автоматически получите соответствующий бонус. Если у вас остались неотвеченные вопросы или что-то осталось непонятным, смело связывайтесь с нами через лайв-чат.